Экономика. Самая больная тема 90-х, потому что внезапно обрушившаяся на страну свобода касалась и денег. После развала СССР стоимость жизни выросла, социальные гарантии люди лишились, и при этом сама жизнь ценность утратила. Люди уверяли, что перестройка, то есть смена идеологии и серия рыночных реформ, возможны только через демократию. Но вместо этого народ получил разруху, бандитизм и беспредел. Трех всадников приближающегося социально-экономического апокалипсиса. И он грянул. Ситуация в экономике в начале 90-х была катастрофической. Одно за другим закрывались предприятия. Зарплаты не выдавались по полгода. Стоимость многих товаров первой необходимости выросла в 260 раз. Если в 90-м году инженер получал 150 рублей, то в 92-м на эти деньги уже можно было купить полкило сосисок. А вот еще одна красноречивая цифра. С 91 по 94 год стоимость проезда в общественном транспорте выросла в 1000 раз. Ниже прожиточного минимума оказались доходы почти 41 миллиона человек, то есть трети населения. Только за 1993 год инфляция составила 840%. Телевизор тогда стоил порядка 600 долларов и считался роскошью. Народ фактически работал за еду, но и на еду, увы, хватало далеко не всем. А вот некоторым, надо признать, совсем немногим, хватало и на хлеб с маслом. Самые удачливые стали владельцами рынков, торговых сетей и промышленных производств. А торговали на этих рынках те, кто еще вчера были профессорами, композиторами, врачами. Время менялось, и надо было подстраиваться, чтобы выжить. Удивительно, но при этом эпоха дарила ощущение веры в чудо, будто счастье находится на расстоянии вытянутой руки, в том числе и финансовое. Люди, столько лет аскетично копившие деньги и отказывавшие себе во всем, вдруг понесли сбережения неизвестным аферистам. Помешательство? Нет. Наивность. По телевизору с утра до вечера крутили рекламу, где народный персонаж Леня Голубков с глуповатой улыбкой нес деньги в заветное окошко МММ, а спустя две недели, ничего не делая, приходил и снимал прибыль. «Куплю жене сапоги», — радовался он. И никто подумать не мог, что правдивый телевизор крутит банальную разводку. Была, не была. Прошло две недели. Сколько там набежало? Волновался Леня. О, ё-моё! Куплю жене сапоги. Математик Сергей Мавроди организовал грандиозную аферу. Привлек 15 миллионов вкладчиков, аккумулировав треть бюджета страны в кооператив МММ. Деньги из учреждения вывозили КАМАЗами. Желание разбогатеть наложилось на тотальную финансовую безграмотность, что позволило Мавроди заработать, только вдумайтесь, порядка 80 миллиардов долларов. Деньги измерялись комнатами. Но вкладчики их больше не увидели. Многие люди покончили с собой в результате такого обмана, потеряв все. Официально 52 человека. Это немало. Это немало. На самом деле их, наверное, тысячи, потому что было там 15 миллионов, может быть, даже больше. Но если бы их были миллионы, меня бы это тоже не волновало. Я считаю, что я прав. Снижение инфляции удалось добиться только к 1996 году, а в 98-м грянул дефолт. 1000 рублей превратилось в 1 рубль, вклада на «Жигули» за 9000 рублей теперь могло бы хватить только на то, чтобы купить 3 палки колбасы. Начинай все сначала. Ну, я думаю, что каждый из россиян по-своему интерпретировал тот опыт, который он получил в 90-е. Но лично я какие урок финансовой грамотности вынес? Первый урок – это то, что всегда нужно иметь кубышку, какой-то резервный фонд, финансовую подушку безопасности, которая поможет в каких-то случаях. Но понимая, что у нас происходило в 90-е, гиперинфляция, девальвация рубля и так далее, второй урок, который я вынес из 90-х – это то, что эту финансовую кубышку нужно держать в разных видах активов, да? То есть не только в рублях, но и там в долларах, и в акциях в том числе тоже, потому что они в тот период показывали очень хороший рост. Поэтому здесь такая максимальная диверсификация должна быть по разным классам активов. Третий вывод, который я бы, наверное, тоже сделал, и касающийся финансовой грамотности, это то, что все-таки ничего не нужно ждать от государства, что мы должны самостоятельно как-то заботиться в том числе о своем финансовом обеспечении. И, в общем, если будет что-то от государства, отлично. Если не будет, то мы, собственно, справимся с собственными силами. Сложно себе представить сегодня, что люди пойдут менять деньги на непонятные чеки в ожидании доходов.
Теперь каждый сам себе бизнесмен. Молодые тиктокеры, блогеры и музыканты делают деньги, как читает Моргенштерн. Делать деньги? Вот так. Каждый из них сам себе банк, а иногда даже и банки приходят к ним за рекламой. Автоматизированная монетизация в YouTube, Яндекс.Дзен и на многих других платформах позволяет креативным и популярным зарабатывать без помощи посредников крыши и даже офиса. Интернет позволяет им быть независимыми и самодостаточными и работать с рекламодателем напрямую. Хороший программист может или найти себе работу в любой международной компании, или запустить собственный стартап, придумав интересное и востребованное приложение. Биткоины и криптовалюта совершили революцию в мире финансов и даже искусства. Теперь уникальные продукты интеллекта можно обращать в цифровые экспонаты и выставлять на продажу. Так, в марте 2021 года JPEG-файл со склеенными вместе 5000 картин художника Beeple, который создавал их каждый день, начиная с 2007 года, пустили с молотка за 69 миллионов долларов в эфирах. Интернет развязал руки и дал возможность заработать всем. Селебрити наращивают аудиторию аккаунтов и продают рекламу. Просто красивые девушки, которые раньше занимались спортом, чтобы быть подтянутыми, тоже раскручивают странички в Инстаграм и с радостью делают дорогостоящие интеграции. Дети, которые еще не пошли в школу, снимают видеоролики, выкладывают в YouTube и становятся долларовыми миллионерами. Даже зверушки могут стать звездами интернета и не без помощи хозяев собирать себе на корм солидный гонорар. Опять эта кожаная пришла снимать свои тики-таки. Когда же она наконец от меня отстанет и пойдет зарабатывать деньги мне на нормальный корм? Несмотря на то, что основатель МММ Сергей Мавроди умер в 2018 году в полном одиночестве, дело его живо. Сегодня в интернете рыщут сотни тысяч мошенников, которые помогают жадным до легкой наживы людям расстаться с деньгами. Прогнозы на спортивные события, финансовые пирамиды нового типа, псевдоблаготворительность, звонки из служб безопасности Сбербанк. Только за 2020 год мошенники выманили у россиян в интернете 150 миллиардов рублей. Будьте бдительны, пожалуйста. Бесплатный сыр только в мышеловке. Кто знает, могли бы мы прожить этот тяжелый этап без разрушительных реформ, дефолтов, бесстыдных отжимов заводов и криминального беспредела. Быть может, такого шанса у нас и не было. В любом случае, Россия за десяток непростых лет в 90-е прошла экспресс-путь от агонизирующей Советской империи до становления новой России со всеми ее плюсами и минусами. С прямыми последствиями этой шоковой терапии мы имеем дело до сих пор. С одной стороны, от этого никуда не деться. С другой стороны, молодые стартапы, успехи нашей IT-отрасли и развитие технологий позволяют смотреть в будущее России с оптимизмом. Спасибо, что досмотрели. С вами был проект «Такие 90-е» и я, Тутта Ларсен. Не бойтесь прошлого, любите настоящее и не забывайте о будущем. Пока.